Всем привет, с вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Это бокс без вложений. Называется Bitter DZ. Он аналог, точь-в-точь похож на BTC Pace, только без майнинга. Так, ну, на главной страничке нажмете, можно ознакомиться. Я перейду к регистрации, хочу показать, как тут что делать. Значит, full name, это значит имя, я так понимаю. Здесь мы пишем четырехзначный пин-код, номер. Так, username, логин, пароль, повтор пароля, email, нажимаем зарегистрироваться. Я нажму на паузу и продолжу. На почту мне ничего не пришло, после регистрации прямо попала в дашборд. Так, ну что, вот здесь тоже ссылочки рекламные, бонус. Наш, как бы, кабинет, вкладочка здесь WinDraw, баланс основной на вывод, Фуршаза баланс, как бы, да, здесь наша статистика. Дальше аккаунт, статистика, ADD функции, ну это купить биошары, это тоже пакет, это нам не надо. Тут то, что и вот вверху у нас заработок идет. Так, кран есть. Значит, реферал вкладочки. Также статистика, мои рефералы, промо, толс. Должна находиться наша партнерская ссылочка. Да, наша партнерская ссылочка. Так, реферал. Ну, здесь аренда рефералов, это нам также не надо. Адверсинг, это покупать биофлэш ADS, это рекламировать свои проекты, также нам не надо. Так, ну что, давайте, мне тут скинули скриншот, как начать. Вот видите, меня пригласили, и я делюсь с вами. Минимальный вывод 20 тысяч биткоин-сатошиков. Значит, что мне здесь, чтобы начать, сначала посмотри, вот это надо посмотреть, флеш и бонус. А потом уже вот эти просматривать. Давайте перейдем и посмотрим, что у нас здесь. Значит, сначала флеш. Посмотрим, что у нас здесь. Ссылочки. Здесь у нас ссылочек на 70 сатошиков. Так, давайте коротенькую пока посмотрим, что у нас. Так же самое. Да, загружается шкала. Нажимаем close. И просмотрели. Поставлю на паузу. Просмотрю всю рекламу. Рекламку я просмотрела. Переходим в бонус. Смотрим, что у нас здесь. Так, давайте переведем на русский немножко. Так будем. Генерируйте новый случайный бонус. Вы можете генерировать бонус только раз сколько хотите. Ну и как и в том боксе. Значит, здесь будет два, я так поняла, баланса. Сатошки на основной баланс, так, автомобиля. И Фуршаза баланс. Подтверждаем. Генерируем бонус. Так, ну вот Фуршаза баланс. Я, наверное, возьму вот этот пока, пусть будет. Можно, если вас не устраивает, можно по новой нажимать. Только сюда не нажимайте. По новой нажимать сюда. Разгадываете капчу, генерируете бонус. У вас вот здесь появляются другие цифры совсем. Или Фуршаза баланс, или основной баланс, аккаунт баланс. И то, что вас уже устроит, сколько хотите, вот только тогда нажимаете коллект бонус, забрать. Вот, я же заберу вот эти пока, чтобы видео не затягивать. Пусть будет у меня на Фуршазе баланс. Так. Здесь у нас что это есть? Перевести на русский. Так, баланс Сатоши специально. Ничего, так. Показать оригинал. Теперь переходим.
сюда, посмотрим, что у нас здесь. Ну и здесь тоже неплохо. Вот 40 сатошиков. Нажимаем на синюю вкладочку. Так. И вот идет отсчет времени. Вот здесь в адресной строке, вот смотрите, не в адресной строке, а вот в браузере, вот здесь. Подождем пока бонусы. Так, одна секунда, возвращаемся. И нажимаем Next. Здесь нам уже можно закрыть. Здесь уже пошло 30 сатошиков. И таким же образом мы просматриваем. Далее, Inflame. Здесь что у нас? Так, Inflame. И здесь точно так же, чуть-чуть только по-другому. Значит, и вот здесь вот, как мы понимаем, это у нас сатошики будут, чтобы на вывести у нас должны быть определенное количество. Вполне возможно, что тоже 500 как бы вот этих поинтов на вывод, так. Значит, здесь тоже разгадываем капчу таким же образом. Нажимаем VIF, нас перебрасывает на страничку, загружается шкала. И, ну, по окончании нажимаем на красную вкладочку и закрываем. Так, нет, не туда. Далее, что здесь еще у нас есть интересного, друзья? Так, Main Account. Значит, вот здесь Preflow тоже. Эту информацию нужно будет изучить, перевести на русский. Так, информация о вашем профиле. Общий рейтинг. Ага. Параметры применения задания. К сожалению, вы должны быть зарегистрированы минимум 7 полных дней, чтобы подать заявку. Понятно, это для нас еще рано. Так, сейчас поставлю пока оригинал. Так, идем что? Так, по аккаунту, так, так, так. Значит, сеттинг. Профиль валет. Значит, друзья, смотрите. Сюда мы прописываем свой биткоин-адрес. Прописывайте непосредственно с кошелька. Ну, вот у меня в данном случае я пользуюсь Coinbase. Он меня устраивает, он мне нравится. Значит, сюда адрес биткоин кошелька, сюда четырехзначный пин-код, который указывали при регистрации, сюда вписываете пароль, также который указывали при регистрации, submit, и сохраняем как бы свои данные. Вот это самое главное. Так. Что у нас здесь? Ну, это профиль. Что у нас в профиле? Ну, тут ничего такого. Так, далее что? Ну, все, в принципе, я такого вам основное рассказала. Я думаю, он будет не хуже работать. Он только стартовал, чем от BTC Pace. Вот я с него не вылезаю. Значит, заработать, это реферал, это реклама, рекламировать. Инвестирование, это пакеты всевозможные покупать. Настройки, соревнования, нам это не надо. Так, ну и обновить профиль. Вот это тоже нам не надо. Это вот статистика, учетная запись. Кому интересно, друзья, пользуемся. Вывод, естественно, будем проверять. Вкладочка «Вывести». Вот, минимум 20 тысяч биткоин сатошиков. Ну что, всем удачи, больших заработков, до новых встреч!